помочь создать людям свой неповторимый образ и бросить вызов представителям масс-маркета. Сегодня такую задачу для своей коллекции ставит модельер Елена Билио. Собственный бренд девушка создала в 2017 году. Со временем небольшое ателье переросло в фабрику. Владелица признается, что в сложившихся условиях местным дизайнерам и модельерам как никогда важно включиться в работу и обеспечить соотечественников качественной одеждой. Уже сейчас бренд Елены готов составить конкуренцию даже крупным производителям. У большинства, как и у нас, производство в России, что дает, как бы, в принципе, преимущество в большом выпуске и быстрой подсортировке продукции. Поэтому я думаю, что сейчас постепенно, как бы, люди будут переходить на российские бренды. В условиях импортозамещения не забывает и про экологию. Всю линию одежды дизайнер Алена Кожух и ее команда производят вручную из переработанных материалов. В ход идут старые джинсы, которые пылятся у многих в шкафах. И хотя сам производитель отмечает, что одежда, может быть, вряд ли подойдет для повседневной носки, зато эпатажный образ точно создаст. Как отмечает Алена, такой подход к использованию старых материалов позволяет сэкономить на производстве. На производство, допустим, одной пар джинс уходит порядка 11 тысяч литров воды. В моей коллекции использовано 75 пар переработанных джинс. Тем самым мы экономим 750 тысяч литров воды. Это может пить целый год небольшая деревня в 1000 человек. Сейчас вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Чтобы местные производители успешно влились в рынок и удовлетворили растущие потребности в одежде и обуви, по поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре открылся маркет-фестиваль «Территория моды сделана в России». В городе он проходит впервые. Участие в фестивале – отличный шанс для модельеров и дизайнеров региона продемонстрировать жителям Самарской области свою продукцию. Нам удалось собрать более 100 заявок для участия, и уже были отобраны по количеству выпускаемой продукции, по количеству сотрудников, самые достойные, крупные, самые интересные производители. И сегодня мы можем уже на площадке мероприятия видеть порядка 60 брендов. Последние новинки от местных модельеров и дизайнеров самарцы смогут увидеть до 11 июня включительно. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.